К организованной перевозке детей привлекут автотранспортные предприятия. Эту информацию озвучили на совещании с участием губернатора Югры. Напомню, глава региона дала несколько поручений по вопросу централизованной доставки детских групп к месту их соревнований или творческих выступлений. Так было предложено создать специализированную автотранспортную организацию, которая займется этим. Но общественники и муниципальные власти посчитали, что расходы на ее содержание значительно превысят запланированные в бюджете. Поэтому высказали альтернативное предложение. Необходимо объединить несколько зарекомендовавших себя автотранспортных предприятий в пул перевозчиков. Сделать это надо на территории 3 базовых центров, разделенных по территориальному принципу – Восток, Центр и Запад. Это должно обеспечить оперативность и должное качество представляемых транспортных услуг. Приоритет на безопасность. С другой – стабильный заказ для автотранспортных предприятий автономного округа, возможность поэтапного повышения квалификации задействованного персонала, обновления подвижного состава.